В прошлом видео прохождения за слабый монолит мы захватили практически всю территорию Юпитера, откуда выбили сталкеров и наемников, но захват дался нам крайне тяжело. Невероятно тяжело играть за слабый монолит в этой модификации. Режим все против всех, и мы продолжаем движение на юг. Сегодня мы постараемся заработать на захвате новых территорий и купить себе новое оружие. По возможности купим нормальную снарягу. Противостоять нам сегодня будут бандиты на Юпитере, и пойдем на рыжий лес, где встретим массу мутантов и наемников. Наемники занимают уже одно из ведущих мест, и это будет большой проблемой. Да восстановим силу монолита, друзья. Поддержи канал подпиской и лайком, нажимай на колокольчик и переходи по ссылке в описании в телегу, чтобы быть в курсе новостей на канале. Желаю тебе приятного просмотра и здравого аппетита. Погнали, пацаны, за монолит! Монорит, мы не слышим тебя. Монорит, ты покинул нас. Реально покинул. Какой-то мудак тут ходит, еще недобитый. Ух ты, вот это он залутался. Неплохо. Столько патронов только с одного чела. Итак, мне нужен торговец. И захватить остаток Юпитера. Тут еще есть пару баз. Блин, КПП опять за бандитами. Что? Не, стойте, там были долговцы, но потом пришли бандиты снова. То есть, ну это по факту ад какой-то. Слабый монолит — это еще тот вызов. Крайне тяжело здесь что-то делать. Нейтралы еще борются, ничего себе, они еще живы. Нейтралы на кордоне разруливают ситуацию с бандитами, а мне разрулить ситуацию с бандитами на Юпитере хочется. И что делать-то? Что делать? У меня столько балласта, мне нужно все продать. Ну и наступать на врага тоже надо. 2 метра прошелся, все, я уже не могу идти. Как ты задолбал? Как это дерьмо задолбало, которое клинит? Спокойно, ребятки. Нужно будет вычинить оружие обязательно. Там еще и мутанты мешают, точно. Мутанты здесь дикие, и они везде. Да блин. Мразь. Ничего, прорвемся. Только бы увидеть его. Иногда кажется, что невозможно это пройти нормально. В любом случае, ты останешься психом по окончанию прохождения. Вот. Где ты, мразь? Иди сюда. Ко мне. Мутанты мешают захватывать. Прям очень сильно мешает. И вылет. А откуда он взялся? Не было, нормально все было. Они задолбали кошмарить меня. Отрядов-то активных дофига, и не везде. И вражеских тоже. Вон, мутанты. Химера попрыгала. Че, ко мне сейчас прибежит? О нет. О нет. Вот она. Ой-ой-ой. Мама, спасите, помогите. Она еще и радиоактивная. Сука, эффективная она разве что. Тут один сквад остался бандитский. И все, бункер наш. Двигай быстрее, пожалуйста, попкой. Вот это, кстати, торговец был. Че у него? Наверное, много всего, да? Да, конечно. Много всего. Еще один отряд появился. Наверное, спаун или... А может, не спаун? Вог хоть кого-то убил, ничего себе. Это везение. Обычно стреляешь в голову с Вога, а они нифига не умирают. Но сейчас получается. Бандиты в курточках, в плащах, и они попроще. Повезло мне сейчас. Все, бандитов не осталось на бункере. Кстати, на КПП их тоже нет. Я не знаю, как так получается, но меня убили, и они пропали. Возможно, их тоже убили с сейва. В общем, сложно. А самое главное... Так, стойте, тут еще кто-то есть. Я даже сохранюсь, мало ли кто это, что это. А, это Новиков. Его можно не убивать, а отремонтироваться, кстати, можно. 45 тысяч ремонт костюма. Не-не-не-не, никуда. Ствол 45 тысяч, нет. Костюм 2700, а это ствол 45 тысяч стоит. Нет, нафиг надо, конечно же, я не буду этого делать. Я чё, на лоха похож, что ли? Ну, тут, кстати, есть профессора стоят. Я не знаю, зачем они нужны тут. Кристальная колючка на артефакт. О, NBC комбинезон продает он. И, кстати, он мне нравится. Да тут много чего интересного есть. Но только денег оно стоит, которых у меня, к сожалению, нет. ТБ 125 тысяч. Вот эта фигня. Сева М. 101 тысяча. Может, газик хотя бы взять? Блин, уже надо с чего-то начинать все-таки. Хоть какой-то газик взять. Да давайте этот. У меня есть противогаз. ЗРК — это территория, не база. Бой за КПП идет. Я бы пошел на склад контейнеров. Это что было? Подожди. Это гранатомет у него? А ну, покажи. Реально гранатомет. Но взять в напарники не могу. А жаль. А что ты скажешь? И мы с ним вместе.
Блин, наверное, пойдем на КПП опять. Потеряли. Да, снова КПП. А тем временем, что на других локациях? Наемники рыжий лес берут. Зомбированные на радаре сдерживают наемников пока. Но они особо туда и не идут пока, да. А мы идем на выжигатель, кстати. Цель – выжигатель мозгов. И это прекрасно. Я туда сам хотел пойти. Бар подвергся влиянию бандитских. Ученые еще на янтаре. Сталкеры противостоят чистому небу и бандитам на кордоне. Я пока туда бы не ввязывался. Все предельно серьезно, господа. Чувствую, мне придется захватывать обычные территории. Как-то увеличивать количество денег. Я купил пару аптек, у меня ничего не остается. Мне бы где-то нормальный автомат взять. Но такими темпами и на автомат я никогда не накоплю. Уже стреляют. Ну лови. Лови ты, дорогой. Ой, кстати, я вок продал. Еще и за копейки. Зачем я это сделал? Отлично. Стоянка, ресурсная точка захватывается. Чё почём. А в точку я все-таки попал. Со складов туда двигает. Следующий это КПП. Тут у меня еще один вогушка есть. Ой, не туда же, вообще не туда. Размолотим. Это уже не долгари, попроще будет, чем в прошлый раз. Кто не смотрел прошлое видео, ребятки, плейлист в описании. Добро пожаловать на предыдущее видео. Твою мать. Кажется, я нашего ранил. Надеюсь, они на мне не согрятся. Да ёпта. Сюда. Вы захватываете КПП. Даже оперативно получилось в этот раз. Но тут в округе еще пара отрядов. Блин, надо их убивать. Ну, наши братья пришли. Монорит, эта жертва перенесена тебе. Ну? Они ждали, чтобы он встал. Они не умеют добивать лежачих. Считают это негуманным. Я их не осуждаю. Я даже их поддерживаю. Мы ждем твоих приказов, монолит. Братья, держим путь на склад контейнеров. Хз, я бы где-то тут засел. Ну и спрятаться негде. Но опять начинается. Ёпта, ну и где спрятаться-то? Смертельная радиация, ну почему бы и нет? Как я и говорил, это неприступная крепость. Склад контейнеров. Куда ты меня догоняешь, ты тварь? Опаньки, здорово, мужики. Все клинит. Все здесь клинит. Все здесь странно. Maybe с этой стороны получится. Тут один отряд, с той стороны миллионы. Да и калашик-то получше будет. Не так сильно клинит. И мы опять где-то шарятся. Че я сам опять тут? Стоять. Плохо все. Плохо, максимально плохо. Надо где-то найти нормальную винтовку. Мне нужен ПСО, будет все намного проще. Ну, хоть за деревом сяду, я не знаю. Мне надо быстро забежать в контейнеры, потому что фигня, дерево не спасет. О, вот здесь получше будет. Вот здесь можно и подкрепления дожидаться. Блин, освещение мне нравится в этом моде. Какое-то оно необычное. Демо-версия Аномали, наверное, так. Хорош. Что модельки интересные, что освещение. Есть какая-то особенность у этого мода, что отделяет от других. Почему бы не спрятаться, да, на контейнерах? А где лучше всего видно меня? Хочу я вам сказать, что почти зачистил базу в соло. Ты задолбал уже, ну серьезно, конченая, просто мразь. Это оружие задолбало уже. Твою... Получается, я разъел их базу изнутри. На охране еще куча стоит. Наши хрен пройдут, а я уже на базе. Ха, вот так-то. Нереальный махич происходит. Ах ты мразь. Да тут еще полная база этого барахла. Вы сегодня закончитесь вообще, ё-моё. У бандитов ползоны под контролем, а у них курточки. Это вообще как, кстати. А где логика? Да иди ты в... Пытаешься как-то укрыться от одного, а тебя с другой стороны берут за жопу просто. Ну как это раздражает. Чё расслабились? Мудаки. Вот я сейчас сарюсь сюда, а у меня сейчас сзади хренакнут.
Смотрите, он реально целится сзади. Игра во все щели просто. Ну вы поняли. А где мои патроны делись? А чем мне теперь стрелять? Мне срочно нужен какой-нибудь ЛР. Ну зарядись ты, ёпта. Ага. Ну давай так. Он пустой абсолютно. Это не круто. Ой, сейчас накинемся на чела, смотрите. О, хорош, получается. Еще один. Пошел в задницу. Кто тут еще был? ЛР, где мой? Сволочь. Гони ЛР. О, вот этот пожирнее попался уже. Но все же у него не ЛР. Не подходит. А у бандоса вообще ничего такого нет. Фух, нафиг. Захват пошел, а Юпитер полноценно теперь защищен. Ну что ж, ребятки, теперь наемники. Их очень много, но нас-то тоже немало, да? В рыжий лес уже наши переходят по малеху. А наемники на радар? Да, наймов немало. Непонятная ситуация на Гордоне, так и не понимаю реально, в какую сторону вообще сдвиг будет происходить. Так что да, погнали на рыжий лес к леснику, наверное. Но прежде мне нужно забрать оружие. Возможно, из нашего где-то ЛР-ка выпадет какая-нибудь. Не помешало бы. Крайне необходимо, точнее, оружия-то нет. Кстати, я аддон поставил на высокие награды. Посмотрим, а то что-то ни хрена в награду не получаем за такие-то усилия. Так, вы попали, пацаны. Вы, пацаны, попали. Откисни, черт. Тут экзоскелетчик, ё-моё. Бандос-мастер стоял. Я так понял, наши уже пошли туда, на рыжий лес. И еще пару минут назад видел пару активных отрядов. Больше никого нет. Сейчас, кстати, оценим, что за награду получим. Захватывай. А, он не туда. По факту рыжий лес... Темный, стрёмный, ёпта, а тут уже наемники, да. Тут же оружие клинит сразу же. Выстрелить особо не успел. Размолотим. За монолит. Встреча, конечно, не из самых приятных. Чё? Лагерь у дороги захвачен, получено 2000. А ну давай, смотрим, что за контейнеры дадут. Если за обычный лагерь столько, то за контейнер побольше должно быть. Ой-ё, как же тут много наемников. Ну, может, не надо, а? Может, мы без этого обойдемся? Ух ты, нахрен. Мне кажется, экзоскелетчика снесло там. На части разнесло мужика. Опять клинит. Да что такое? Так это не самое плохое оружие, которое у меня есть. Что тогда про другое говорить? Тут уже и фонарик нужен. Ну и снаряга получше бы пригодилась. А то что-то враги сильнее, а мы только слабее, блин, становимся. Вон, экзач пришел. Ну и чё? Без ничего он пришел, к сожалению. Аж с территории Юпитера... Ко мне сюда кто-то идет. Рыжий лес не скоро будет захвачен, я так понимаю. Эх ты. Ваша группировка заняла склад контейнеров. И чё, где моя награда? Я же ее захватывал. Короче, я окончательно разочаровался в наградах. Будем выживать как можем. С говном и палками. Заработать мы нормально так и не сможем, я в этом уверен. Лагерь у дороги захвачен. Ого. 5000. А вот это другой разговор. Я прям преисполнился, слушайте. Если за обычный лагерь столько денег, то за копер сколько дадут. Сейчас узнаем. Если, конечно, доживем. Там наемников куча уже пришла. И это реально страшно. А идут они ко мне? Вот это стволецкий. Жаль, патронов на него нет. Это будет реально битва столетия. Мне кажется, надолго мы здесь, ребятки. Никогда не любил наемников на самом деле. О май гад, о май гад, о май гад. Мне бы граната, вот гранату бросить и все. Было бы все четко. Так, нет, бегай по аномалиям. Нафиг оно мне надо. Откуда они вышли, блин? Ты кто такой, черт? Ты откуда вообще взялся? Ой, это, бля, это наш был, твою мать. Темно, ничего не понятно. Блин, надо его спасти пойти. Слышишь, брат, прости меня. Держи аптечку. Ты больше не враг мне, я надеюсь. Нормально все. Помирились, пойдем дальше. Вы прекратили захват. Да ну, блин. Слишком медленный захват происходит. Пока подождешь, тебя уже убьют.
Ого, нифига себе, тут даже коридорчик уже расчищен. Мы уже возле моста сейчас будем. Вот, кстати, ствол получше, давай. Это же М4. Лагерь Капра захвачен, 8700. Вот это деньги, блин, ребята, мне кажется, я скоро куплю нормальную снарягу. Меня это прям воодушевляет, мне хочется продолжать. Блин, ну когда такие награды, да, просто каждую точку обжевывать и получать с нее по 500 рублей, это бред. Вот такие награды по 5000, это уже более нормально. Тут целая кучка сидит. Ну давай. Внимание, на нас напали. Стоп. Ведьмин круг захвачен за 5000. Слыхали такое, а? Поднялись мы. Ненавижу в кустах сражаться. Гачи-мучи борьба. Иначе не скажешь. Ты чё, тупой что ли? За тобой там мужик на приседе бежал и стрелял. А тебе пофиг, я так понял? Ну, пофиг и пофиг. Значит, мужчина относится с легкостью к жизни, и жизнь для него шутка. А может и правильно, потому что если воспринимать жизнь серьезно, становится невыносимо. Он прав, черт возьми. G3 вроде неплохо, да? Но состояние хуже. Ну ладно, пусть будет. G36 получше будет. А вот так вот. Нас встречают на мосту. О, посветлело, что ли? А все же спорная тема, с какой наградой за захват точек лучше играть. С высокой или средней? Там есть разные аддоны в менеджере модов. И все же я испытываю интерес, когда у меня есть цель накопить на что-то. А сейчас у меня за минут 10 появилась почти 30-ка. Может, это перебор, все-таки надо было что-то среднее ставить. Ну да ладно, потом посмотрим. Может быть и нормально. А вот тут как? А стойте, у меня же есть винтовка, смотрите. Новая винтовочка найдена. Какая же она неточная, жесть. Стоят, ждут, чтобы я лоханулся и подошел в открытую. Как в первый раз. А чё, если нет? А я так просто не пойду к вам, понятно? Все, закончились патрики, все. Так и стой, братан, так и стой. Экзоскелеты, мать его, хрен убьешь. Да иди ты быстрее, ну ё-моё, сейчас убьют. Тут как бы война идет. Понимаешь, да? Мне бы на вон ту вышечку пойти. Добегу, не добегу, хрен знает. Зачистить логово. Новое задание. В смысле? Логово Химер. Из ниоткуда задание взялось. Что за дичь? Как это? Игра живая. Игра живая и дает мне задания какие-то. Да ёпт, что это было? Я сейчас начну стонать. О, это что, новички бегают? С ума сойти. Где-то Химера рядом. Ну так чё, вот здесь говорите. Так вот, тебя как мне опустить мост? Хрена ли он реально поднят? Как быть-то? Как быть? Как мне в Лиманск ходить, пацаны? Это еще что за черт? О, нормально, G36. Чё не взять-то? Кого хренахнуть? Где Химера? Меня тут нашептала... Ой-ой-ой. Птичка нашептала, говорят, Химера здесь. Вижу. Кстати, они не отображаются на миникарте. Одна есть. Если ее порезать... Рок Химеры, вау. Ух ты, ё. Да ну, кровосос еще. Это комбо, пацаны. Монолит дал заказ на мутантов. Надо срочно зачистить, иначе они не слушаются его, и это плохо. Надо, чтобы слушались. Собачья стоянка? Это ты собака у нас? Территория так называется. Собачья стоянка. Дурында. Умирать пора. Чё, логово не зачищено? А все, вернуться к мосту написано. Вот сюда, но, блин, он же не опущен, алло. Слышишь, брат, что бы ты мне предложил такого интересного? У тебя ничего, но тут еще один торговец есть. Чё продашь? 49 тысяч костюм? Ну, в принципе, неплохой костюм, но мне оружие бы нормальное. И я могу себе позволить АКС-74. Наконец-то я нормальный ствол купил себе. С подобным захватом я смогу нормально так разжиться. И в скором будущем мы купим себе нормальную броню. А мост опускается. Он реально опускается. Надеюсь, это не от наемников зависит. Их можно убивать. Не сказал бы, что я хочу прям идти в Лиманск. Не знаю. Но вообще, кажется, да, придется в Лиманск сходить. Там одно из главных логов наемников. Ну давай уже опускайся ты, блин, сраный мост. Я не знаю, зачем он мне нужен. Вообще, я туда не собираюсь сейчас идти. Тут осталось еще пару точек взять в лесу. Логово всякие там, чертова стоянка. Наймы, ой-ой-ой, наймы, кстати, пошли выжигатели и захватили его уже. Это плохо.
противовес создают. На кордоне ничего не поменялось. Тройничок продолжается. А это, кажется, на... Ёпта, это же выброс. А где мне найти укрытие? Что, здесь можно? Серьезно, можно? Переждать, да, можно. Мост в Риманск захвачен за 8 тысяч. 8 тысяч получили. Прикольно. Так, а NPC станут зомбированными, видать. Ой-ой-ой, тут опять куча наемников. Откуда они лезут? Как так много, блин? Твою ж медь. И, возможно, это все превратится в зомбированных совсем скоро. Так, что ж, а пока Монолит, наш Всевышний, вызвал выброс. Возможно, он нам помогает в достижении наших целей. Хотя хрен знает. Может, наоборот, нас убить хочет за то, что мы медленно захватываем зону. По традиции, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и переходить по ссылке в описании в телегу. Монолит будет доволен. Удачной охоты, сталкерюги. Новое видео совсем скоро.